субботу в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса, ночью 17-19 выше 0. Ветер преимущественно южного направления 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, дождь и гроза. Днем плюс 23 градуса, ночью плюс 17. Южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, дождевые осадки. Днем плюс 23, ночью 18 градусов выше 0. Ветер южного направления 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь. В дневное время плюс 22, ночью 18 градусов выше 0. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, температура воды в реке Волга 20,8 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.